Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга, метро Комендантский проспект. А я хочу с вами зайти в торговый центр «Атмосфера» возле метро. Смотрите прошлое видео, мы с вами гуляем по району, смотрим, сколько стоит недвижимость. А сегодня зайдем в торговый центр. Идем. Ой, я так рада, что мы сюда с вами зашли. Мне нравится этот торговый центр. Мы с вами были разочек или два. Кафешечки. Давайте просто погуляем. Посмотрим ассортимент, посмотрим, какие магазинчики. Смотрите, с одной стороны вход мы вошли. И вот на противоположной стороне выход тоже. Вход-выход. Все магазины расположены по кругу. Сам торговый центр круглый. Все, ребят, пойдем погуляем. Хорошего дня, хорошего настроения. Кафешки на первом этаже. Конечно, если выбирать, вас во вкусах потеряешься. У кого-то... Можем вас сориентировать. Ага, спасибо. У кого-то любимые уже есть. Детки знают, чего хотят сразу. Спасибо большое. Зашла в мармеладный рай. Все вкусно. Глаза разбежались. Пойдем дальше. Вот уже счастливый ребеночек купил сладости и пошел гулять дальше. Так, я понимаю, на первом этаже маленький магазинчик и выход. Унция сеть по городу.
немножечко погуляли с вами, ребят. Пойдем, побежали дальше. А выходим мы через противоположный выход. Да или нет? Нет. Нет, мы выходим через тот же. Ну ладно. Здесь легче нам перейти. Мне надо на ту сторону. Машина у нас там во дворах, откуда мы пришли. А что, дождик идет? Ну вот видите, у нас эти дни кратковременные дожди. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Метро Комендантский проспект. И мы погуляли в торговом центре «Атмосфера». Метро вот там, через дорогу впереди. Сейчас мы перейдем и поедем дальше. Зонтик надо доставать. Клумбочки. Район Комендантский проспект. Метро Комендантский проспект. И у нас идет дождик. Атмосфера. Круглый торговый центр. Оживленный перекресток. И машины, и пешеходные переходы. И вот. Вот выход метро, стеклянное здание, Комендантский проспект. Мы с вами побежали, ребята, от дождика прятаться. Заходите на Яндекс.Дзен канал обязательно, ставьте там тоже лайки, подписывайтесь. Неизвестно, что с ютубчиком будет. Может, вообще придется перейти только на Яндекс.Дзен канал, чтобы мы с вами не потерялись. Спасибо огромное, кто заходит. Там вы лайки можете ставить, даже если вы не подписаны. Поэтому ставьте, не стесняйтесь. Смотрите. Поддерживайте. Канал, огромное спасибо всем за поддержку. Все, ребят, побежала от дождика. Встретимся в следующем видео.